Уважаемые друзья, чтобы вы знали, у нас есть газовая труба, которая идет через территорию Туркмении, Узбекистана, Казахстана в сторону Китая. Там труба мощностью 50 миллиардов кубов газа. Нам на юге нужно максимум 3-4 миллиарда кубов газа, и все проблемы будут решены. И все это стоит ничего. Газ есть. Когда кто-то говорит, газа нет, газ есть, который идет в сторону Китая. И более того, туркмены хотят трубу расширить, еще построить 50 миллиардов кубов газа. Вот представляете, нам всего лишь нужно 3 миллиарда кубов газа. То есть у нас газа своего много. Я даже считаю, что как будто его нет. Ну, мы хотим, берем туркменский газ, который и так по трубе идет. Строим две газовые станции в Алмате и, допустим, где-нибудь там в Таразе. Все. И все это будет стоить, строительство такой газовой станции, 1 миллиард долларов, как сегодня Жащев сказал. Есть разница? 15-20 миллиардов долларов. Через 15 лет параллельно нас они украдут миллиардов 5. Потом Балхаш на радиусе 500 километров в сторону Алматы и так далее. Это диаметр 1000 километров. Если станции завтра авария будет, 6 миллионов человек потеряют условия для жизни. Целые города надо будет вывозить. Тут одна газовая станция, ее нужно построить, можно, за 2 года. За миллиард долларов газа в избытке. Туркмены не знают, куда газ девать. Пусть они считают, что газа у нас нет. С этим, допустим, согласимся. Вот туркменский газ. Какая его цена будет? Эта электроэнергия будет дешевле, чтобы вы знали. Например, в Европе они покупали газ у России по 250 долларов за 1000 кубов, а туркмены продают за 237 китайцам. Вот они по 250 долларов покупали у России, и у них электроэнергия на рынке с прибылью электростанции была 5 центов. А нам предлагают сейчас 12,5, после того, как атомная станция будет построена, 12,5, это только сама станция, а потом же еще дальше, пока дойдет до потребителя, цена еще вырастет еще процентов на 30-40. Если станция будет атомно отпускать по 60 тенге, она будет стоить 80 тенге. Понимаете, да, масштаб того, что нам предлагают, это тотальное ужасное воровство. То есть вместо того, чтобы построить одну газовую станцию стоимостью 1 миллиард долларов и из трубы взять у туркмен газ и решить все проблемы, нам предлагают построить атомную станцию, лечь под Путина, потому что у нас специалистов нет, и чтобы вы знали, вот буквально на этой неделе уже вышло, что комитет Сената Соединенных Штатов Америки принял решение проект по санкциям против Росатома. Что это значит? Вся электроника в основном поставляется с Запада, Росатома. То есть атомные станции России уже не сможет строить. Потом под санкции попадут месторождения Росатома, месторождения урана, которые добываются в том числе и в Казахстане. То есть вот куда нас тянет Токаев. Он нас кладет не просто под Россию, он хочет, чтобы мы закопали 15-20 миллиардов долларов, построили никому не нужную станцию, которая будет опасна для нашей страны, при том всем, что цена вопроса, бери, построй где-нибудь в Алмате или в Таразе еще одну газовую станцию за миллиард долларов, бери газ у туркмен, которые не знают, куда этот газ девать, не знают. И все, проблема решена, понимаете?